В рамках 11-го Всемарийского съезда установили и мемориальную доску Ивану Петрову, государственному и общественному деятелю, первому председателю МАР облисполкома. Он стоял у истоков образования государственности народа Мари. Напомню, несколько лет назад на родине Петрова в селе Шиньша Маркинского района был установлен бронзовый бюст Ивану Петровичу. В Йошкар-Оле его именем названа одна из улиц Самбатхея. Этот человек возводил, начинал, закладывал государственность тогда, когда практически ничего не было. Те территории, которые мы сегодня включаем в границы республики Мариэл, это же лоскутки, которые принадлежали либо Казанской губернии, либо Нижегородской, либо Вятской губернии. Это надо было собрать вместе, это надо было собирать в кантоны, это надо было организовывать все ступени власти сверху до низу. При этом нужно было устанавливать новые контакты с руководителями государства, то есть с Москвой. Все это не так просто. Поэтому сказать, что легко, это первое, это почти ничего не сказать. Все, что мы можем сегодня сделать, это почитать личности таких, как он, и склонять головы. И то, что для потомков будут эти доски, будут какие-то памятники, скульптуры, знак напоминания того, что были эти люди и есть над чем и нам работать, я думаю, это было бы здорово.